Привет, друзья! Удивительно, как быстро грязь и пыль скапливаются на автомобиле, в гараже, на садовой мебели и дорожках возле дома. Мойка высокого давления значительно сократит время и усилия, необходимые для очистки территории возле дома, например, весной, когда это особенно актуально. А самостоятельная мойка автомобиля существенно сэкономит ваш бюджет. Мы подготовили для вас лучшие предложения на AliExpress, стоящие значительно дешевле, чем в местных магазинах. Все ссылки в описании под роликом. Приятного просмотра! Hatter W105GS. Недорогая, но удобная, а также мощная мойка, которую можно смело рекомендовать всем и использовать для бытовых дел. Она крайне надежная, так как имеет помпу из алюминия. Предельно проста и удобна в использовании, так как может набирать жидкость из абсолютно любого источника. Шланг длиной 5 метров позволит без труда мыть автомобиль или использовать модель для полива растений. Помимо простой воды, устройство прекрасно совместимо и с моющими средствами. Для дома подойдет идеально. Производительность 342 литра в час, максимальное давление 105 бар, длина шланга 5 метров, мощность двигателя 1400 Вт. Bosch Easy AquaTac 100 Long Lens. Мини-мойка от известного производителя, в надежности и долговечности которой можно не сомневаться. У нее неплохие технические характеристики, зная которые можно смело говорить о достаточной производительности и эффективности даже при сильной грязи. Устройство имеет необычный корпус, который благодаря своей форме экономит пространство и не занимает много места во время хранения устройства. Использовать модель можно в том числе и для мытья окон. Рабочее давление 100 бар, шланг 3 метра, показатели мощности 1200 Вт, производительность 300 литров в час. Carver CW1400C – эргономичная и стильная модель, которую рекомендуют применять для самых разных целей. Устройство достаточно мощное, чтобы создать достаточный уровень давления, который позволит отмыть даже присохшую грязь. Также в комплекте есть специальная насадка, которая дает возможность создавать много пены. Мойка станет незаменимым помощником как в гараже, так и на даче. Кроме того, она позволяет экономно расходовать воду, ее использование в этом плане намного выгоднее, чем применение обычного садового шланга. А еще эта мойка компактна и удобна в хранении и места практически не занимает. Расход жидкости 6,5 литров в минуту, максимальное давление 110 бар, шланг 5 метров, мощность 1400-1799 Вт, класс защиты IPX5. Greenworks G50. Мощная и красивая мойка, которая подойдет для самых различных целей. Она легко справится даже с сильно засохшей грязью, подойдет для мойки автомобиля, садового инвентаря, ковров и так далее. Модель имеет достаточно мощный двигатель и отличные показатели производительности. Прочная, надежная, с поршнем из стали, она прослужит долго. Быстро реагирует на действия оператора, стоит отпустить курок на пистолете, как вода перестает течь. Насадки меняются очень легко. Максимальное давление 135 бар, мощность 1900 Вт, масса 11 кг, максимальное давление всасывания воды 7 бар, номинальный расход 6,5 литров воды в минуту. Bord BHR 2500 Air Pro. Это одна из самых мощных моек в нашем рейтинге. При этом модель имеет достаточно приемлемую цену и точно достойна внимания благодаря своей огромной производительности и множеству функций. Устройство защищено от перегрева и перепада давления, оснащено функцией автоотключения, экономно расходует воду. Несмотря на все свои высокие показатели характеристик, модель считается бытовой, что, впрочем, не мешает ее использовать в самых разных ситуациях. Показатели рабочего давления 180 бар, шланг 10 метров, значение производительности 450 литров в час, уровень мощности 2400 Вт. Körcher K2 Universal Edition. Компактная и недорогая мойка для домашнего использования, выпущенная известным брендом. Она очень удобна в использовании, проста в сборке благодаря системе Quick Connect. Для хранения проводов имеется специальный карман на корпусе. Благодаря небольшому весу мойку легко транспортировать куда угодно, она не занимает много места, но исправно выполняет свою работу. Значение давления 110 бар, уровень мощности 1400 Вт, масса 3,7 кг, производительность 360 литров в час. Hammer MVD 1900C – это недорогая, но мощная и надежная модель от известного и популярного бренда.
Это практически профессиональная вариация, которая без труда справится даже с сильной грязью. Но несмотря на большую мощность, изделие компактное, его удобно хранить и перевозить куда угодно. Плюс у него достаточной длины водяной шланг 8 метров, который к тому же хорошо защищен от перекручиваний и изломов. Показатели мощности 1900 Вт, шланг 8 метров, значение производительности 390 литров в час, давление 165 бар. Хаттер W195 Pro – популярная мойка, собравшая немало отзывов на AliExpress и пользующаяся популярностью среди покупателей. Она мощная, стильная и недорогая, учитывая ее характеристики. Предназначена для эффективного отмывания любых загрязнений, садовых дорожек, транспорта и так далее. В комплекте есть профессиональный генератор пены, который создает мощную пену. Модель может набирать воду из абсолютно любого источника или емкости, а для сматывания шланга есть встроенный барабан. Словом, отличный вариант для мойки для любых целей. Значение давления 195 бар, уровень мощности 2500 Вт, длина шланга 8 метров, производительность 420 литров в час. Пользуйтесь только лучшим и не переплачивайте, покупая втридорога в местных магазинах. Все ссылки на товары из ролика у проверенных продавцов с отличным рейтингом в описании под роликом. Спасибо за просмотр!